Привет, ребят. Ко мне поступает много вопросов. Светлана, я знаю всю психосоматику. Я все знаю, я знаю, как действовать, я знаю, откуда, я знаю, от чего это. Я все знаю, но не могу никак избавиться от лишнего веса. Или Светлана, я бы с удовольствием сходил в спортзал, я бы с удовольствием начал бегать или заниматься какими-то физическими упражнениями, но я не могу, потому что у меня физическое ограничение моего тела. Ну, несколько человек, которые писали, это в том числе и люди, которые прикованы к инвалидному креслу. Либо мне пишут люди, что говорят: Светлана, вот так и так, вот все знаем, все понимаем, с удовольствием бы всем воспользовались, но сижу на очень тяжелой гормональной терапии, которой нет возможности выйти хотя бы на пару дней сухих, и вес просто неимоверно растет, уже тяжело, и даже жить уже не хочется. Что делать? Ребят, именно для вас, для нас, пройдя сама этот путь, и он у меня был достаточно болезненным, достаточно длительным, но все же настолько глубоко, настолько серьезно и настолько кроваво я это прочувствовала, что наконец-то я готова провести такой марафон, и называется этот марафон «Стройность». Это именно для тех людей, по каким-то причинам, которые не могут прийти к своему идеальному весу. Неважно, по каким причинам. И именно на этом марафоне мы с вами раскроем вот ту глубину, ту суть, почему это происходит именно с вами. Да, возможно, за эти недолгие 5 дней мы с вами не раскроем всего, но вы увидите те зацепки, которые есть. Это полностью перевернет вашу жизнь, это полностью перевернет ваше восприятие самого себя. Я вам открою те коридорчики вашего замка, замка вашего тела, о которых вы даже не предполагали. Да, вы изменитесь. Да, вы будете другими. И это абсолютно точно, что вы выйдете на новый уровень самого себя. Неважно, какой у вас недуг, неважно, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Если вы увидели это видео, значит, вы по каким-то причинам искали тот спасательный круг, который вас приведет к вашей счастливой жизни, к вашему пониманию самого себя, к вашему счастливому физическому телу, к тем параметрам, которые бы вы хотели. У нас нет случайностей в нашей жизни. Если вы смотрите этот ролик, значит, это обязательно для вас. Марафон «Стройность», он начнется 7 июня. И если по каким-то причинам будет достаточное количество людей, но многие не успеют, мы его сделаем немножечко попозже. Не переживайте, присоединяйтесь. Я знаю, что таких людей очень много. И я знаю, что как вы стесняетесь каких-то моментов, которые происходят в вашей жизни. Уберите стеснение. Давайте раскроемся вместе. Давайте я вам покажу, где ваша загвоздка. И больше никакие гормональные препараты, никакие коляски, инвалидные кресла, еще что-либо не повлияют на тот уровень жизни, на тот уровень восприятия вашего физического мира, чтобы вы были абсолютно счастливы. Присоединяйся, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь.